Первые тестовые мероприятия в стенах одного из ключевых объектов Универсиады 2013 – Дворца водных видов спорта – подошло к финалу. 17 апреля состоялись заключительные церемонии награждения победителей первенства России по прыжкам в воду среди юниоров. Прыгуны с вышки трамплина из 12 регионов России мерились силами в течение нескольких соревновательных дней. Итак, триумфатором в финальном раунде прыжков с метрового трамплина стал 13-летний представитель Москвы Никита Николаев. Не понял сам. А что было вообще сложно? Что было сложно? Верим в себе. Верим в себе? Да. Боялся потеряться что-то. Награду Никита получил из рук прославленного спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона, посла 27-й всемирной летней универсиады Дмитрия Саутина. В интервью порталу «Казан-2013» знаменитый атлет признался, что потрясен новым спортивным объектом игр, а также оценил деревню универсиады, заявив, что в кампусе есть все условия, необходимые для спортсменов. Вообще все замечательно, здорово, мне все нравится. Ну, конечно, такой огромный бассейн, что как бы... Для меня немножко непривычно, потому что мы привыкли, что как-то все очень такое компактное, да, там, если прыжковая ванна, значит, только прыжковая. Ну, а здесь и плавать, и еще один плавательный тренировочный. Конечно, супер комплекс. Я вроде поспрашивал у детей, то есть все нормально, все нравится. И душ есть, и джакузи, и как бы вышки легкие, как говорится, да, и трамплины. Все устраивает. И, естественно, в деревне, то есть все условия для того, чтобы спокойно жить, ночевать, питаться и отдыхать. В прыжках с вышки у девушек лидировала москвичка Екатерина Петухова. Для 16-летней спортсменки участие в такого рода мероприятиях далеко не первый опыт. Девушка не раз боролась за первенство в международных спортивных соревнованиях. Однако тема волнений, пусть и в меньшей степени, присутствует всегда. Конечно, страшно. Всегда есть волнение. Ну, уже просто, может быть, опыта побольше. Поэтому, знаете, не такой мандраж идет. Уже спокойнее прыгать с каждым разом. Екатерина уверена, чтобы справиться с волнением, необходимо учесть все замечания тренера. В финале группы «Б» по прыжкам с трехметрового трамплина у девушек победу одержала представительница Санкт-Петербурга Елизавета Кукушкина. Спортсменка призналась, что совсем не ожидала выиграть, ведь конкурентки были очень сильные. Радостно. Неожиданно, что я с трешки что-то выиграла. Ну, просто обычно я вышечница, я должна была с вышки что-то выиграть, но получилось, что с трамплина. Тренер Елизаветы работает со своей воспитанницей уже 8 лет. Она уверена, к спортсменам нужно находить подход. Я думаю, что это очень перспективный молодой спортсмен, и мы надеемся на самые большие результаты. И не только с трамплином 3 метра, а и с вышки тоже. Вообще есть желание принять участие в универсиаде? Ну, естественно, это наш любимый старт. Особенно, если бы принимали везде, как вы. Напомню, следом за первенством России по прыжкам в воду среди юниоров, Дворец водных видов спорта примет еще два тестовых мероприятия 27-х Всемирных студенческих игр. Уже в эти дни на объекте проходит финал Кубка по плаванию, а 23 апреля стартует чемпионат России по синхронному плаванию. Ирина Егоренко, Камиль Исмаилов, специально для Казан 2013.ру.